Сейчас сами с вами все видим, дорогие друзья. Что может быть эпичнее, я с трудом себе могу представить. И, как вы видите, многие уже на полетах. Действительно, похоже, предстоит суровый бой в воздухе, не только на земле. Чем он закончится? Да, чем он закончится? Давай, рассказывай о событиях в воздухе, я буду стараться успевать следить за тем, что происходит на земле. У нас остаются считанные секунды, нам нужен честный бой, бескомпромиссная борьба, пусть победит сильнейший. Первый раунд начинается! Видим низко парят, а некоторые взлетают высоко. А активно контролят. Манамур в воздухе контролит. Не, я не вижу, кого он контролит, честно. А, Вивит на двух ногах. Без бафа. А, Вивит вспыхивает в имуне. Паренек. Артезу очень больно. Видим, что его пытаются контролить. По нему летят много-много-много. Ассист по Умканичу. У Умканича 10% остается. Меньше 50%. Откатится Хирка. 10-9. Его убьют. Да, убивают Умканича. Дальше. Активный ассист по Васянчику. Он стоял во вспышке. Теперь как-то выживает. 10-9. Ловит Хиринг стан. Хиринг в воздухе пытается убить Приста. Минус Васянчик. 9-8. Минус Васянчик. 8-8. А, счет 8-7. Вспыхивает. И это продолжается. А, контроль от Great One. Ассист по Сагамору. Сагамор в парящем. Контроль от Селену. Селена в совушке. 8-7. Почистили Пончика, Пончик под дебафами. Херинг использует Масс Инвиз, чтобы выжить. Сейчас будет ассист по Пончику. Утилизатор на нем. Откатили Херку Пончику. Сейчас будет, наверное, лютый ассист. Вспыхивает утилизатор. Да. 10% стоит у Пончика. 1% откатывается Херка у Пончика. Почему его никто не бил? Херинг в воздухе пытается выжить. Его контролят. Забирают Херинга. 7-6. А Акида на бафах бегает все еще. Ее пытается раздевать. У Пончика... Вивит, да, раздевает забирают Киду. Пончика. 6-6. Поровну. Контролит Грит Ван. Фанки выживает уже без бафа. Чифтен садится на Сагамор. Сагамор с бафом, на нем сидит Чифтен. В это Чифтен время пытается пробить Вивит. Сагамор вспыхивает. Вивит кастует саранчу, и кого пойдет саранча? Саранча идет в Монаму, прекрасно садится 5-6. Саранча. Монамур из последних сил выживает. Остается 10%. Успеет откатиться Хирка или нет? 5-6. Нет, Монамур забывает живет. Про Монамур, все, откатывается. Стань, Монамур, 5-6. Контроль от Вивит. Чифтен все еще пытается пробить Сагамора. Сагамор пытается уйти в Mass Invis. Ему сбивают уход в Mass Invis. 5-6, счет все еще. Тем временем Вивит пытается убежать от Владимира. Чифтен пытается контролить Сагамора. Ассист по Киде. Потом по Монамур. Кида в иммунке. У Монамур меньше 50%, а она в несогласке. Никто не бьет Монамур вообще. А, она в ссылке, да. Была потеря, видимо, таргета. 5-6, счет продолжается. У Фанки остается 1%. Фанки умирает, да. 4-6. Всё. Почистили Киду. Селезар вспыхивает. Сейчас, похоже, убьют Берту. Берту. Она уходит в иммун. Вивит пытается продолжать контролить. В 4 ноги запрыгивает. Контролит Грейт Ван. 3-6. Кого-то забрали из Like и Pro, еще одного. Контроль. Саранча садится, нет Чифта. Ассист по Грейт Ван. Сжигает Чи Грейт Ван. 3-6. У Грейт Ван остается 1%. Минус Грейт Ван. 2-6. Сами все видите, Чифтен, друзья. И Вивит. Минус Вивит. Остается Чифтен. Чифтену. Очень больно, на нем нету бафов.
А, все. Все, минус чифт. Первый раунд за Акабами. Первый раунд за AC, AB. Видим драматичнейшее сражение. А, не знаю, как это еще назвать. Что творят команды? Но бой продолжается. Напомню, это дополнительный необходимый бой для того, чтобы реализовать право Like и Pro на одно поражение. Теперь команды в равных условиях, и лишь победа в этом поединке, в этом сражении решит, кто же станет победителем. 1-0 ведут сейчас ACAB.